начинаем с обзора игр пятого тура Пари-матч Суперлиги. Центральная дуэль уикенда состоялась в Тюмени, где хозяева принимали соседей по региону «Газпром-Югру». В первом раунде сибирского дерби сильнее оказались гости. Уступая к 14-й минуте 0-2, югорчане сравняли счет к перерыву. А в концовке встречи и вовсе склонили чашу весов в свою пользу. 4-3. Злым гением Тюмени в этот день оказался ветеран «Газпрома» Катата, оформивший хет-трик. Мне кажется, он сам немножко удивлен. Но здорово, что он забил, помог команде. Это очень нужно для нас тоже 3 очка. Так что очень рады за него тоже. В ответном поединке хозяева собрались силами и взяли реванш. Подробнее о том, как это было, в живом комментарии нашего тюменского коллеги Дмитрия Рыбьякова. Гириханов с мячом, Гириханов! Удар и гол! Не без доли везения, но Гириханов открывает счет. И контратака может получиться, шестера, выход 1-1, удар и гол! И прошла передача на Панкратова, и Панкратов здорово все сделал. Дарго! Но здесь без вариантов. Чимба. Раскачивает, Чимба бьет, и гол! И Чимба выводит вперед футболистов «Газпрома» Югры. Удар, штанга, добивание, удар, и гол! Вот это штурм ворот «Газпрома» Югры. Леогужел пошел вперед, удар, и гол! Все-таки сработало. Удар, полуудар, полупрострел на дальней штанге. Упалев успевает отскочить на дальнюю штангу. Упалев как освободился. Упалев, это тоже наигранный момент. Чуть не просчитал там ситуацию шестеров. Звучит финальная сирена со счетом 4-3. Тюмень вырывает победу у «Газпрома» Югры и становится лидером по рематчу российской суперлиги. Новый тренер, новые требования, и потихоньку притираемся, и думаю, что вскоре все уловим, и игра будет лучше намного. В другой паре «Торпеда» принимала в Нижнем Новгороде «Норильский Никель». В первом матче гости на правах старожилов Суперлиги обыграли дебютанта элитного дивизиона со скромным футбольным счетом 1-0. Однако на следующий день хозяева, упорно догонявшие соперника всю игру, все же зацепились за очки. Трудовая ничья 4-4. Наиграли, на что наиграли? На 4 очка, да, сыграли. Хорошо, что вчера выиграли, сегодня сыграли в ничью. Ну, это заслуга «Торпеда», что они сегодня не отдали нам 3 очка и боролись до конца. Еще одним ярким событием пятого тура стало противостояние в Сыктывкаре, где новая генерация принимала «Ухту». Свое первое республиканское дерби у руля гостей провел Игорь Путилов, который в недавнем прошлом привел Тюмень к первому в истории клуба золоту Суперлиги. Теперь у именитого тренера новая команда и новые задачи. В своем интервью, которое я давал после того, как я покинул пост Тюмени, и я сказал, что хочу прийти в клуб, который будет развиваться, и который будет постепенно и в дальнейшем ставить перед собой высокие цели. Я думаю, что Мифлоин клуб «Ухта» ставит перед собой такие цели. Я уверен в этом на самом деле. Здесь прекрасный коллектив сложен уже в этом плане, и работать не надо, то есть коллектив создавать заново. А остается только трудиться, и чтобы ребята приняли наши принципы работы. И всех и тех ребят, которые здесь, я как бы их знаю прекрасно. И с какими-то даже я работал. То есть и Серега Викулов, Саша Кригер, это синаровские воспитанники, да, екатеринбургской школы. Андрей Бастриков тоже там же, в этом клубе мы с ним пересекались. Женька Мишарин.
Тюмень. И нужно находиться всегда в тонусе, то есть в рабочем состоянии, в рабочем ритме. И каждый день, когда ты живешь своей работой любимой, тогда ты и прогрессируешь. Я полон эмоций, полон желания, то есть и работать, и доказывать на самом деле, что мы сейчас с тренерским штабом пришли именно в этот клуб и хотим здесь и показать результат, и добиться. Тем не менее, пока дела у Ухты все еще не ладятся. В Сыктывкаре команде не удалось набрать ни одного очка. Новая дружина Игоря Путилова дважды проиграла соседям по региону. 3-5 в первом матче и 1-4 во втором. Две домашние победы позволили генерации подняться сразу на несколько строчек в турнирной таблице. Ухта по-прежнему довольствуется последним местом. Тем временем бывший клуб Игоря Путилова, хотя и сложил чемпионские полномочия, делит с самарским «Динамо» вершину пари-матч Суперлиги.